Здравствуйте, меня зовут Зайцева Наталья, я психолог. Ко мне можно обратиться, если вы хотите перестать чувствовать себя одиноко в отношениях с партнером, пережить измену, понять, как жить дальше, остаться в отношениях или нет, пережить ощущение потери себя после расставания с партнером. Мужчины и женщины, которые обратились ко мне за помощью, начинают понимать свои истинные желания, чувствовать уверенность в себя, в своих силах. Они избавляются от конфликтов, и у них получается создать гармоничные отношения с партнерами. Они начинают чувствовать новые возможности в своей жизни. Многие меняют профессии, и они начинают реализовывать свои детские мечты. В своей работе я использую телесно-двигательные техники, упражнения, а также задаю уточняющие вопросы, обращая внимание на телесные ощущения и реакции. В отличие от рационального подхода, этот метод подходит людям, которые испытывают трудности в доверии и хотят понять, как их эмоциональные состояния, потребности, желания отражаются на физическом уровне. Также телесно-двигательные техники и упражнения помогают быстрее и эффективнее понять установки и внутренние убеждения, которые мешают чувствовать себя уверенным и достойным жизни. Особенно хорошо получается помогать клиентам, которые уже достаточно долго пытаются разобраться со своей проблемой, и она сопровождается паническими атаками, тревожными расстройствами. В данном случае получается подобрать индивидуально техники, упражнения, слова для решения конкретной проблемы. С клиентами мы созваниваемся онлайн, в Скайпе, в Zoom, а также прямо в социальных сетях. Консультация длится 1,5 часа. За это время мы погружаемся в ваш вопрос и начинаем вместе с вами с ним разбираться. Меня вдохновляют результаты моих клиентов. Это люди, которые хотят поменять свою жизнь к лучшему, и я могу помочь им, так как обладаю профессиональными методиками. И я верю в то, что выход есть из любой сложной ситуации, и вы не обязаны оставаться один на один с проблемой. Помощь есть всегда. Я вижу примеры мужчин и женщин, которые смогли поверить в себя, и они начали видеть новые возможности в своей жизни. Получилось у них, получится и у вас.